кстати, елки-палки, что ж такое? Кстати, к тому, что нет людей. Люди есть? Не надо говорить глупости. Просто я тогда снимала, был еще самый конец рабочего дня. А сейчас вот утро. Я пришла, чтобы поменьше людей было поснимать у девочек в отделе. И тут еще один отдел, в который я прихожу в гости. Вот с такой красотой. Вот с такой красотой. Ой-ой-ой. Сейчас я вам сниму. Так сейчас охрана меня возьмет за зад. Чтобы меня охрана не взяла за зад. Снимаю за отделом. Здрасте. Хочу к себе ж поставить. Вот каждый раз забываю. Всю красоту. Сейчас я все сниму по отдельности. Я знаю, что вы меня не запретите, правильно? А иду и не сообразила, что там же охрана скажет, ты что тут снимаешь? А в коридоре часто ходят селфи? Ну, знаете, селфи это одно, а тут вдруг иду, мало ли. Я ж не знаю, насколько это стратегический объект. Не дай бог. Не хочу ничего нарушать. Ой, сколько красоты меняется каждые 2-3 месяца. Украшательство всякое к праздникам, после праздника, кому что-то интересно, сувенирчики, вот такие скидки постоянные, и постоянным покупателям очень большие скидки, поэтому приходите вот так. А кто сегодня есть из моих? Никого. Вот прогульщица, ну вы тоже мои, те старшие, вы младшие. Ну да, она говорила. Ну да, приедет, пока отдохнет, да? Пока доедет. О, моднявые подушки. А они не вот это вот не меняют. Ясно. А я думаю, сейчас я тут переверну рамочки всякие, картинки. О, сколько фонарики. Когда-то было фонарики, мы прям искали, где же их себе в отдел поставить, чтобы продавать, спрашивали. А сейчас вот, пожалуйста, фонарики, кому надо. Надо как-то к вам прийти и во всех шляпах перефоткаться, и во всех смешных очках. Это еще с Нового года остались. О, какая барышня тут у них стоит. А я не видела этой барышни. Она прям сразу с такой прической? Это, или это прическа на ней? Ну, это вместе идет. Бандана вместе? И дреда. Не, бандана и дреда я поняла, а физиономия? Нет, физиономия отдельно. А так подходит? Рай. Рай для рукодельниц. А мне вчера срочно нужна была косая бейка. И мне пришлось бежать к нам на рынок. Ну, тоже неплохой отдельчик. А где там? Вот на Мирном? А в контейнере открыли. В контейнере. Там рядом секонд. Не секонд, а комиссионка. Комиссионный контейнер. И открыли. Вот там, да, вот там. Перпендикулярно мясному, прям с края. Вот такая прогулочка.